place pour 6 minutes d'échauffement. Sur la glace pour 6 minutes d'échauffement. On the ice for 6 minutes warm-up. Représentant la Chine. Nan Zhong. Représentant l'Autriche. Victor Pfeiffer. Représentant la Pologne. Mathis Sipluchar. Représentant la France. Brian Joubert. Représentant la Suède. Alexander Majorov. Représentant les États-Unis d'Amérique. Adam Raven. Il s'entraîne à Pékin avec Wei Li. Ce sont ses seconds championnats du monde. Il a terminé second au trophée Éric Bompard en 2011 et troisième de la Coupe de Chine la même année, représentant la Chine, Nan Song. S'entraîne au Canada depuis 2006 avec Priscilla Hill. Il est quadruple champion national depuis 2008, représentant l'Autriche, Victor Pfeiffer. На чемпионате мира по фигурному катанию в борьбу вступают мужчины. Короткая программа, и нам предстоит посмотреть три разминки среди 18 участников которых будут многочисленные чемпионы мира. Меня зовут Александр Гришин, я с огромным удовольствием представляю моего сегодняшнего собеседника по репортажу, наставник двух, теперь же, к сожалению, экс-чемпионов страны, Татьяна Меньшова и Ксении Макаровой, и Евгений Рукавиц. Добрый день, дорогие друзья. Спасибо, Саша. Ну вот уже в этой разминке мы посмотрим за такими интересными спортсменами, как китаец Нан Сон, который едва-едва не пробился в число финалистов Гран-при, а также увидим и Бриана Жубер. Sept fois médaillé au championnat d'Europe, il a été deux fois champion d'Europe, cinq fois médaillé au championnat du monde et champion du monde 2007, représentant la France, Brian Joubert. Il s'entraîne avec ses parents, il est originaire de Russie, mais s'entraîne en Suède. Il est le premier Suédois à être médaillé au championnat du monde junior depuis 1937, troisième des mondes juniors en 2011, représentant la Suède, Alexander Majorov. Il est
entraîné par Jason Jungsen et Yuka Sato, la championne du monde 1994, champion du monde junior 2008 et 2009. Il est quatrième au championnat des quatre continents cette saison, représentant les États-Unis d'Amérique, Adam Rippon. Messieurs, il reste 1 minute d'échauffement. Gentlemen, there is 1 minute left in this one. И уже практически все готово. Меньше минуты остается до окончания разминки. И давайте быстренько пробежимся по тем спортсменам, которые будут выступать в этой группе участников. Помимо китайского фигуриста и легендарного Бриана Жубера, также здесь мы видим австрийца Виктора Пфайфера и польского спортсмена Мацея Чеплуху. Ну а завершат выступление в этой группе участников 17-й стартовый номер у Александра Майорова. Он представляет Швецию. И Адам Рипман из Соединенных Штатов Америки. Жень, на кого интереснее всего будет смотреть, ну, за исключением, разумеется, Жубера, которого здесь ожидает фантастический прием. Ну, ты знаешь, я думаю, что здесь, конечно, в этой разминке, ну, мне, например, да, безусловно, я буду болеть за Сашу Майорова. А что касается остальных, ну, Чеплуха, наверное, может быть, здесь в этой разминке является таким больше слабым, наверное, звеном. И Виктор Файфер. А остальные спортсмены, я думаю, что должны показать очень хорошие катания. Ну, пока готовится к выходу китаец, пару слов о Ворнове. Вот он сейчас на третьей позиции, суммой баллов 66. Молодец, блестяще справился с каскадом, сложнейший каскад, выполнил его здорово, и дальше вот такая вот обидная, необязательная ошибка, аксель, сделал 2,5 аксель, да. Я думаю, что, наверное, вот действительно после такого исполнения каскада чуть-чуть где-то, чуть-чуть что-то дрогнуло. Я посмотрел так на въезде, вроде въезд чуть-чуть затянул, но все... Ну, к сожалению, вот не удалось. Но так, мне кажется, что положительное впечатление произвел. Более того, с новой, новая короткая программа у него был футболист. Да, футболист как-то не пошел. Помню, мячики кидали люди. Да, вспоминая его. Напомню, что Сергей Воронов сейчас находится на третьей позиции. 66,81 балла у него. В лидерах Денис Тен 76 баллов ровно. И представляющий Канаду Кевин Рейнольдс 72,95. Ну а на льду с очень приличным лучшим результатом сезона китаец Наньсон, который буквально в последний момент был отцеплен от финала вагона, который называется финал Гран-при. Юдзуру Ханю за счет блестящего выступления в Москве вытеснил китайца из состава участников финала Гран-при. Четверной тулуп, тройной тулуп. На такой амплитуде. Высота блестящая. Три с половиной аксель. Не очень уверенно, но зачет. Падение стройного луца. Считает, молодец. Все обороты. Дотягивает до четвертого уровня. Пока у вращения, да, на четвертый. Сейчас очень важно вот не прозевать вот все эти вещи.
Завершается выступление китайского фигуриста, который катался под музыку к «Реквиему по мечте». Ну и, честно говоря, вот немножко смазал он вот этим падением, слушая впечатление от проката. А так, хорошая, держащая в напряжении музыка, отличная программа. Напомню, что катался китаец и в квалификационном раунде, выиграл его с суммой баллов за 130. Вторым тогда, напомню, стал Сергей Воронов. Но в квалификации китайский спортсмен упал с двух четверных прыжков. И с первого тулупа, и со второго. Второй, соответственно, ему засчитали как прыжок в каскаде. Он остался без элемента. Но это не помешало ему выиграть квалификацию. Он отметил уже после своего проката квалификации, что это новый опыт. И понадеялся, что будет лучше выступать в короткой программе. Напомним, что сейчас только-только восстановился от болезни, которая не позволила ему принять участие на турнире четырех. Показывают нам четверной тройной. Прекрасно. Чуть-чуть тут на выезде, но оценки судьи, пока да, благосклонно отнеслись. А вот на акселе, конечно. Получает он за этот каскад, за 4-3, ровно столько же баллов, что и Сергей Воронов. При базовой стоимости 14-40 и судьи... Плюсанули чуть-чуть. 14-97 вот за этот элемент. Воронова ровно столько же, с точностью до сотых. А вот упал. Вот показывают, как упал китаец. И здесь, разумеется, баллов не доберет. Кстати, интересно, он сейчас не дотягивается до Тена и проигрывает Рейнольдсу. А Тен вообще без четверного. Ну, компоненты разные. Да. Все-таки, ну, это очевидно. Тен более пластичный спортсмен. Более хороший конек у него. Реберность. Официальная сумма оценки китайца за короткую программу. Он обходит Воронова 69-58, но уступает и канадскому, и казахстанскому. По этим временем радуюсь малому, записывая цифры, которые получает китаец. Радуюсь тому, что Сергей Воронов уже квалифицировался в произвольную программу. Скажем так, пока пытаемся довольствоваться тем немногим, что имеем в настоящий момент. Австриец Виктор Пфайфер. Неоднократно говорил, что мне симпатичный этот фигурист, но никак у него не получается добиться сколько-нибудь весомых результатов. Но он очень стабильный спортсмен. Стабильно не очень. Вот на чемпионатах мира он со стабильностью раз в два года пролетает мимо произвольной программы. Даже так? Вот. Через год. Год попадает, год нет. Ну, вот я говорю, стабильно. Осложнение такое. Я думаю, судьи очень хорошо оценят. Сейчас дождемся. Да, плюсанули. Не плюс один. Прекрасный каскад, тройной сальто, тройной тулуп. Он решил взять качеством. Более такие элементы не сложные. Тоже тактика, качество, тоже да, качество исполнения действительно очень хорошее. А вот двойной акцель как раз не лучшим образом.
сейчас спортсмены очень внимательно считают количество оборотов, понимая, что от каждого промаха будет зависеть очень многое. Количество баллов. Ну да, в особенности вот борьба за попадание в произвольную программу на нижних этажах, скажем так, таблицы в короткой. Это действительно очень важно, вот эти крохотные крупицы. Сейчас вот интересно, как поведет себя рефери. У него расстегнулась штрипка. Ага. Молодец, выкрутился. Ох. Выкрутился австриец. Да, вот это вот, такого я еще не видел. Здоровых шагов получает, правда, первый уровень, но красавец. Но он спотыкался на ней там неоднократно. Класс, вообще класс. Такого действительно редко увидишь, во всяком случае, я так сразу не припомню. Зато вот с этой вот игрой он потерял уровень. Потерял, конечно. Очень серьезно. Ну, несмотря ни на что, за технику получает очень приличные баллы. Очень приличные баллы. А, это уже пошла техника плюс первый компонент выставления. Как раз он получил. Вот вернулся на комментаторскую позицию Курт Браунинг, четырехкратный чемпион мира, и он тоже аплодирует австрийцу. Да. У нас помимо Браунинга вот на французском телевидении работает Албан Пробер. Хватает личностей, которые приходят в сок-комментатор. Интересно, как к этой шутке относятся сейчас судьи? Вот мне очень интересует. Вот компоненты невысокие, как обычно. А что так останавливать программу сегодня не в порядок, а так докатал. И вращение поставили мы все-таки второй, не первый. Вот каскад. Сейчас нам показывают. Ну, действительно хорошо исполнил, Последним, кто квалифицировался в произвольный прокат, является Ким Люсин из Монако. Его суммы 59,93 уже хватило для того, чтобы показаться на практически домашнем льду и в произвольной программе. Может быть, и еще одно пришествие князя Альбера II мы ожидаем на произвольные прокаты у мужчин и у женщин. Вот меня удивило, что Петер Либерс не прошел в произвольную программу. Невыразительно как-то. Да, но он не то, что невыразительно, он сорвал все, что возможно. Все, что можно было, да, сорвал. Поэтому... Даже спортсмен сильный вообще. Да, спортсмен сильный, но как-то вот я отмечал, что немцы, за исключением того памятного успеха в Дортмунде, Линдом... Третий стал, да. Да, ничем не запомнились, не отметились. А Пфайфер проходит произвольную программу. Да, уже точно, конечно. Да, вот сейчас итоговая сумма баллов. Сумма не очень высока, но для него достаточно, чтобы еще на один день продлить себе соревновательную практику. 60,61 балла. Это лучший результат сезона. До этого он катал на 53,58, существенно ниже. Он пока седьмой, опережает еще и Люсина. Оба они будут в произвольном прокате. Нам есть на кого посмотреть. Сейчас Чеклуха выходит на лед. Вот мы двоих признавали как слегка, скажем так, слабые звенья в этой группе участников. У Чеклухи одно только появление было на чемпионате мира. Давненько, в 2010 году в Турине. И ничем особенным он там не заметился. Ни о каких произвольных программах мечтать не приходилось. А вот на чемпионате Европы в Шеффилде был в произвольной и даже занял 19 место. Вот видите, сейчас лучший результат сезона невысок. А лучший личный рекорд у него в короткой программе тоже не позволяет ему претендовать на попадание в произвольную. Не просто придется полегу. We'll be right back.
финальную акцию. Зато чисто. Тройной в двойной тулуп. Ну вот, мне немножко вот все-таки непонятно. Понимаю, что с такими баллами вряд ли пройдет. Надо рисковать. Ну, конечно. Идти на 3-3. Конечно. Тройной лупс. Ой, тройной риттригер. Прошу прощения. Вот тройной. Вот тройной. Ну, 3-2. Ну, куда с таким наполнением программы? Может быть, тоже сделал ставку на частоту исполнения. Ну, как бы ты чисто не исполнил, этих баллов все равно не хватит для того, чтобы попасть в исполненную программу. Сейчас посмотрим, насколько он досчитает обороты во вращении. Не особо считает. Четвертый вращение поставили, предыдущее вращение было второго. Предыдущее вращение второго, да. Считал, конечно, он обороты в комбинированном вращении. Ну, выступление так очень просто как-то выглядит. Зато задорная музыка была у Матвея Чеплухи. Понятно, что сейчас вряд ли ему светит пройти произвольную программу, но порадуемся за поляка, что он худо-бедно чисто исполнил все элементы. И вот на небольшой плюс в основном оценивают их арбитры. На очень небольшой, но все-таки на плюс. И Каскад плюс Трайна Ридбергер по нулям арбитры оценили. Для того, чтобы пройти произвольную, ему нужно набирать 60 баллов. Пока, похоже, этого не произойдет. Компонент пониже, чем техника, и потому Мацей Чеплуха прощается с чемпионатом мира и на этот раз. Но это значительно лучше, чем у него было на предыдущем первенстве, когда он в Турине занял лишь 35-е место. Сейчас будет где-то в районе 25-го. Он как раз о чем я сказал, что если бы он попробовал все-таки исполнить каскад 3-3, то, возможно, можно было бы как-то там в последний вагон все-таки забежать. Да, зацепиться. Зацепиться, а так... У Турисина 59-93, у Либерса, который не проходит произвольно, 58-21. Вот добавь ты... Да, конечно. И уже мог бы претендовать. 2 балла по базе, получается... И, собственно, их вот ему сейчас и не хватит. Как бы то ни было, каждый стремится к своим персональным локальным целям, и Маца Чепуха сейчас получает лучшую сумму баллов в карьере. 57,18 его результат, но он, тем не менее, не попадает в произвольную программу. Чуть-чуть, но все-таки не хватило поляку, чтобы показать нам свой произвольный прогресс. А тут пока один. Which is his season best, he is currently in 11th place. На льду
один из мастодонтов мужского фигурного катания, любимец публики, чемпион мира 2007 года, 6 раз поднимавшийся на пьедестал почета на чемпионатах планеты Бриан Жубер. Да, сменили они снегозера рядом с Рейбан Али. И сейчас 27-летний Жубер, который, страшно сказать, в 2004 году, когда он впервые попал на пьедестал почета, чемпионом мира стал Евгений Плющенко. И вот Плющенко уже который раз возвращается, а Жубер по-прежнему в строю. Да, очень хочется увидеть его хорошее выступление. Да, очень хочется. Флип. Очень я боялся вот за этот элемент, потому что он... Почему? А потому что он вот мог вот взять сейчас и какую-то... Ну и как на прошлом чемпионате Европы. Взял лут, сорвал. По-моему, все-таки 8 оборотов было. Судя по уровню, да. Жубер остается собой. Шикарное выступление, даже несмотря на немножко смазанный аксель в 3,5. В общем и целом, это было очень здорово. Молодец, молодец. Очень-очень-очень я рад за него, потому что так долго мы ждали вот этого проката, такого на кураже, как бывает у него. Как он в Шеффилде в произвольной программе боролся за каждый элемент, уже понимал, что не получается. Но, тем не менее, его матрица тогда вызвала самое настоящее восхищение, пусть даже и не принесла ему впервые в карьере попадание на пьедестал почета на Европе. Ну вот здесь... хочу сказать, что касается оборотов, вот количество оборотов, додержал он или нет. Очень много судей просматривали видеоповтор, чтобы уже точно поставить, какой уровень. Вот он все впритык докручивал. 8 – это 8. То есть спортсмены, как правило, любят, чтобы вот доделать, там, скажем, 8,5 с запасом, чтобы уже не было никаких вопросов. Вот он все время поднимался, я немножко переживал за этот момент, но в итоге да, все-таки одно вращение третьего уровня, а все остальные четвертого. Я вот пока
слегка изменялась оценка. Я смотрел, за счет чего же он может опередить Тена по технической составляющей оценки. И, по большому счету, аксель у Тена существенно лучше. Тройной лутц примерно поровну у Жубера повыше поставили оценки. Но за каскад, понятно, Тен по марке исполнен. Плюс по всему, без четверного прыжка тут нет, у Жубера тоже. Каскад, разница в каскадах у Тена и у Жубера огромная. Огромная, потому что Тен без четверного каскада. А Жуберт еще как здорово исполнил. Я думаю, что все равно компоненты у Жубера будут намного выше. Уже появляются предварительные оценки. Конечно, да. Конечно. Жубер с запасом обходит казахстанского фигуриста и без каких-либо вопросов выходит на первое место. Классное выступление. И хочется... Вот бывают же фигуристы, которые нравятся всем, без исключений. И Жубер один из таких. Хочется, чтобы он как можно дольше продержался на вершине, чтобы составил конкуренцию всем соперникам, которые в последнее время его опережали. Вот она, радость Жубера после своего проката. А я сейчас вспоминаю историю, как на чемпионате мира 2010 года он и Патрик Чан перепутали ступеньки на пьедестале. Чан тогда стал бронзовым призером, Жубер серебряным. И они стояли наоборот. Француз на третьем месте, Чан на втором. Но потом их поправили. Да, season best. 67. Это было вообще... Ой, 83. Ну, наконец-то. 83. 47 балла получает Жубер за свой прокат. Это его оценки. Это его оценки, конечно. Ну а теперь поболеем за Александра Майорова, пусть он и представляет Швецию, но все-таки не чужой нам человек, сын Александра Майорова-старшего, родом из Ленинграда, несмотря на то, что официальные документы пишут Санкт-Петербург. Александр Майоров, Швеция. Что там у него по оценкам в текущем сезоне? Неплохой лучший результат, 68.33. Если сейчас прокатает по личному рекорду, может обойти Сергея Горнова. Шпионская тема у него, саундтрек по Стену Пауэрсу. Классно. 3,5 аксель. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Мне же показалось, выехал он с лодки, и вот такая ошибка. Саша, надо сейчас сделать каскад. Я думаю, сообразит. Ну что ж ты делаешь-то? Ой, ударился еще о бортик. Не получилось. Женя, вот сейчас показывают... Клип по нулям, получается, ни один из... Нет, я думаю, что сейчас... Нет, не должно быть такого. Не должно быть такого. Я думаю, сейчас... Сейчас какой-то сбой компьютера. Не может быть. Вместо одного из каскадов должен быть... Соответственно, клип. Плюсы должны написать, плюс комбо и все. Так здорово исполнил аксель, потом посыпался.
показалось, что вот захлестнули его эмоции немножко. Все-таки нужно больше контроля. Саша. Да, совсем неудачное выступление Майорова, при том, что начал эту программу здорово. Судьи оставляют флип по нулям. Без элемента оставляют. Не понимаю, по какой причине. То есть вообще катастрофически низкие оценки. Ну, дело в том, что он все равно, он раскрылся, каскада нет, он особо, если даже его считать, там баллы за него он не получит. А что-то там ищут какие-то недокруты, неправильные ребра. А, все-таки Луц плюс комбо засчитали, то есть не без элемента. И... Нет, вот, все, посчитали. Засчитали флип, засчитали двойной, правда, но лишние... Двойное ребро, ну, там уже, как говорится, лишние, да, там около вариант. Балла ему все-таки это принесло. Мало, но тем не менее. Почти балл 0,9. И все равно он конкурентоспособен практически за попадание в произвольную. Сейчас я не говорю о борьбе с Вороновым. Вот мы видим падение. Вот он флип. Ну как так? Ну вот, вообще. Очень больная тема. Мне кажется, вот на чемпионате Европы с флипом что-то похожее было на приземление у Сени Макарова. Я и говорю сейчас про приземление, когда вот так вот раскрывается фигурист. Ну вот, да, вылет был неудачный, и уже потом уже, конечно, еще и на приземлении как-то расслабился, что ли. Конек не так стал. Не обязательно было уже падать-то, в конце концов. Падать вообще не обязательно. Да, мимо произвольной программы, и кто там становится счастливчиком-то? Счастливчиком становится... Такой потенциально Либерс. Сильный спортсмен, и вот так вот Либерс попадает. Либерс попал, да. А сейчас еще и испанец, что ли, получается? Наверное, понятно. Файфер, Люсина, сейчас получается, да. Еще и испанцы. Двух Хавьеров мы будем смотреть. А вот, вот то, к чему я и вел. Мацею Чеплухе не хватает 0,04 балла для того, чтобы попасть в произвольную. Майоров получает 56,57. Это очень низко, это даже за поляком. Очень жалко. 13-й текущий результат, и это мимо произвольной. А публика тем временем начинает приветствовать Адама Риппана из Соединенных Штатов Америки. В Америке, как правило, да не как правило, а практически в 100% случаев спортивный принцип превыше всего. Вот на чемпионате страны он занял второе место и, разумеется, приезжает на чемпионат мира. Всего второй для себя. 75 баллов почти у него лучший результат сезона. Ну, а личный рекорд у него гораздо выше. 80 с небольшими копейками. Вторым вслед за Джереми Эпотом стал Риппан. Обоих мы увидим на чемпионате мира. Риппана видим уже. Очень близко к борту исполнил.
5,5 аксель. Неудачно. Усложнение, тройнул с руками, но и опять неудачно. Интересная картинка получается на льду французской ривьеры. Конечно, не само море замерзло, а залили специальный каток. Американец под русские мелодии. Интересное выступление, но очень много ошибок. Ну, конечно, полна допустим. У него коробочка ошибок, да, была в этой короткой программе. В итоге, я думаю, что даже с Сергеем Вороновым поборется навряд ли. Вот сейчас смотрю на техническую составляющую оценок и не очень понимаю. Я думаю, компоненты все-таки сейчас поднимут. Ну, куда компоненты? Ну да, он исполнил аксель 3,5, но совсем плохо. И отминусовали как следует арбитры. Ворнова 2,5 было, но у Ворнова Каскад 4,3. И у Риппона, тем не менее, оценки Компоненты выше. Компоненты, ну, они, наверное, действительно выше. Поэтому дорожка четвертого уровня. Дорожка четвертого уровня на плюс. Ему лаваш на плюс, да. Плюс компоненты выше на 5 баллов. Ну, вообще, конечно, ты прав, что... Ну, не произвел впечатления, американец. И, честно говоря, каскад тоже такой... Так, он уверенно вроде исполнен, но... Недаром судьи смотрели видеоповтор, все-таки засчитали. Ну, так себе, ну... Что значит не только прыжковые элементы в программе, вот в концовке два вращения на четвертый уровень, дорожка на четвертый уровень, плюсы, и все да. это на плюс, причем на хороший плюс. И пожалуйста, он получает и за технику выше Воронова, и за компоненты значительно выше Сергея. Китайцы еще тоже обыгрывает Адам Риппон. И больше того, он будет сейчас в таблице выше Кевина Рейнольдса. Вот с этим я вообще категорически не согласен. Может быть, какие-то личные симпатии имеют место, потому что Рейнольдс мне куда как более симпатичен, чем этот спортсмен. 73-55. Он пока третий. Адам score 73.55. It brings him currently in third place. Sur la glace pour 6 minutes d'échauffement. On the ice for a 6 minutes warm-up. Représentant le Canada. Patrick Chan. Représentant l'Italie. Samuel Contesti.
Représentant la République tchèque. Michal Brezina. Représentant le Japon. Yasuke Takahashi. Représentant les États-Unis d'Amérique. Jeremy Abbott. Représentant la Belgique. Kevin Vandenperen.